Мы рады приветствовать вас на третьем маммологическом форуме с международным участием. Я думаю, что программа будет очень активной, интересной, энергичной. У нас очень много сюрпризов, интересных пунктов. Люди в хорошем настроении, я встречаю улыбающихся людей. Я думаю, что все состоится так, как мы планировали. Грандиозное событие. И с каждым разом все лучше, все профессиональнее и все красочнее. Основная миссия форума – медицина в совершенстве. Основная идеология – сближение расстояний путем цифровых коммуникаций. Будут необыкновенно интересные участники международного уровня, специалисты-радиологи, такие как Ласло Табор, который когда-то закладывал основы маммографии. Несомненно, площадка форума – это место встречи научных умов, практиков в системе здравоохранения для того, чтобы изучить определенные неясные пока еще вопросы, наладить взаимодействие между различными центрами, клиниками. Около 2000 подключившихся наших коллег сегодня в эфире. И мы просто гордимся, как велика наша специальность и как велика география специалистов, которым интересно направление маммологии. Мы в новом мире. Мы новый формат врачей. Мы будем действовать по-новому и жить по-другому. Хочу поблагодарить организатора, который стимулирует всех нас, который собирает, который действительно вдохновляет и делает огромную работу, Фатиму Арслановну. Спасибо, Фатима Арслановна.